Это случилось 15 апреля 1912 года. Океанский лайнер «Титаник» затонул в ледяных водах северной части Атлантического океана, забрав с собой 1517 жизней. Самый большой и самый дорогой корабль того времени погиб, напомнив миру о бренности человеческого бытия. Но в гибели «Титаника» мы помним не только историческую трагедию. Это также история подвига, героизма и непоколебимой веры. Пастор Джон Харпер также взошел на борт «Титаника», когда лайнер отправлялся в свой первый и последний путь из порта Саутгемптон в Англии. Этот благовестник, выросший в шотландском городе Глазго, был хорошо известен по всей Великобритании как вдохновенный, любящий Бога проповедник, который привел многих людей ко Христу благодаря силе проповеди Евангелия. В 1912 году пастор Харпер получил приглашение приехать в США для проповеди в церкви пастора Муди в Чикаго. И 11 апреля он отправился в путь на «Титанике». Весь мир был в восторге от «Титаника». Этот корабль считался непотопляемым и являлся наибольшим транспортным средством того времени. На этом корабле находились некоторые из богатейших людей мира. В то время как многие пассажиры говорили о деловых планах, заключали сделки и предавались мирским удовольствиям, Джон Харпер усердно рассказывал окружающим о любви Иисуса Христа. Выжившие после трагедии свидетельствовали, что на протяжении всего плавания Харпер беседовал со многими людьми, говорил добрые слова и свидетельствовал об Иисусе. Вечером 14 апреля, когда пассажиры танцевали в бальном зале или проигрывали деньги за карточными столами, Джон Харпер уложил свою дочь спать и сел за стол читать Библию, как он делал каждый вечер. В 23:40 «Титаник» натолкнулся на айсберг. Непотопляемый корабль был обречен, но пассажиры продолжали веселиться, не осознавая или не веря в свою погибель. Только после того, как команда корабля начала подавать сигналы бедствия и стрелять в безлунное небо сигнальными ракетами, люди, наконец, осознали серьезность своего положения. Затем разразился хаос. Реакция Джона Харпера является историческим примером веры, любви и отваги. Он разбудил дочь, взял на руки, завернул в одеяло и вынес на палубу. Поцеловав ее на прощание, он передал ее матросу, который отнес ее в шлюпку номер 11. Харпер понимал, что в этой жизни он уже никогда не увидит свою дочь, и что она останется сиротой в возрасте 6 лет. Затем Харпер отдал свой спасательный жилет кому-то из пассажиров, лишая себя последнего шанса на выживание. Блеск мирских стремлений и амбиций окружающих людей угасал, но свет веры Джона Харпера горел все ярче. Крики ужаса и звуки беспорядка усиливались, но Харпер сосредоточился на деле, которое ему поручил Бог. Склонившись на колени среди напуганных пассажиров, он молился об их спасении. В 2:40 ночи «Титаник» погрузился в пучину Северной Атлантики, оставив над своей могилой только облако дыма и пара, а также более 1000 пассажиров, борющихся за жизнь в ледяной воде. Харпер был среди тонущих. Он ухватился за какую-то доску и, держась за нее, быстро плыл от одного тонущего пассажира к другому, призывая их поверить в Иисуса Христа. Там, где близость смерти доводила людей до отчаяния, Джон Харпер еще с большим рвением выполнял свое дело, приводил людей к Богу. Силы оставляли Джона, но до последней минуты своей неутомимой жизни он вел погибающих людей к Иисусу Христу. «Я выжил в катастрофе «Титаника». Я был одним из 6 людей, которых вытащили из ледяной воды в лодку в ту страшную ночь, тогда как 1517 человек утонуло. Как сотни людей вокруг меня, я в один миг оказался в черных холодных водах Северной Атлантики. В моих ушах звенел вопль погибающих. Затем ко мне подплыл человек, который спросил: «Твоя душа спасена?» Я слышал, как он говорил тоже и другим людям вокруг меня, всем, кого вскоре поглотила пучина. В ту ночь, барахтаясь над толщей воды глубиной в 3 километра, я попросил Христа спасти меня. Я последний христианин, который спасся благодаря проповеди Джона Харпера». Харпер знал, что не выживет, но его пример неумирающей веры и решимость провозглашать Слово Божье и сегодня вдохновляет верующих.
Он был среди множества отчаявшихся мужчин, женщин и детей, и он указывал всем на крест Христа. Он умер так, как и жил, с именем Иисуса Христа на устах.